Сегодня я познакомлю вас с местом, которое было выбрано много веков назад базилианскими монахами греческого обряда для их жизни в качестве отшельников-аскетов. Тишина, красота пейзажа, удовольствие для духа и тела. Уже отсюда можно увидеть геологический панетон Пьетра Каппа. Крепость Святого Петра находится 550 метров над уровнем моря. Это секретные места, к которым не так просто добраться. Были заселены отшельниками для своего созерцания и медитации. Первое упоминание появилось в начале 9 века. Смотри. Боже, у меня мурашки. Серьезно. Сейчас немножко расскажу. Действительно волшебное место для уединения. Супер. Ты и природа. Это сказочное место. Единственное, непонятно почему вот вырубано, как гробница какая-то. Это вот место, здесь сидушка рядом, окошки, вот это вот прямоугольное, просто я не знаю, ну, такое подозрение, что здесь лежал кто-то мертвый. 9 век. Направляясь к Пьетра Каппа, это монолит, похожий на панеттон с площадью 4 гектара. Меня ждал каштановый лес и руины церкви 9 века. Но буквально через 50 метров меня встретила ядовитая змея. На этой высоте в горах их здесь очень много. Меня предупреждали об этом, и я не стал рисковать. Так что вернусь я, наверное, в ноябре сюда. А пока что будем любоваться этим гигантом с помощью дрона.